Ну что, ребята, последний бой, он сложный самый. И этот самый бой мне предстоит против мистера Акула. Кто бы ты ни был, блядь, следующий соперник, я тебя выебу, мне похуй вообще, блядь. Как же я волнуюсь. Не перед одним матчем я так сильно не волновался, как сегодня. Эй, дед, пизда, короче. Ну так вот, ребята, совокупно сразу несколько факторов. То, что это Акул, это тот человек, за которого я болею на этом кубке фиферов. И если я его кикну, мне будет дико обидно. Как так вообще жребий мог сложиться? Хотя я сам лично в начале этого турнира попросил в соперниках Акула. Хотелось бы сыграть с Акулом. Я не хотел, чтобы вот так вот все завершалось. И самому проигрывать не хочется, и Акула кикать не хочется. У меня все тот же Аякс, но вы только вдумайтесь на секунду. Если бы регламент позволял забирать команды соперников, как вы знаете, в драг-рейсинге гоняете там, типа на тачку, вы побеждаете, забираете тачку. Было бы прикольно, если бы я смог забрать бы команду у какого-нибудь Ждана того же. Ну, даже если взять не фул команду, а, допустим, одного игрока, и играли бы мы на Макс Кемистри. Мне кажется, это крутая идея. Да, немного ебанутая, но все же. Ну и все, что мне осталось сделать перед этим матчем, это напомнить вам о том, что мои спонсоры, это компания OneX, сегодня играет Crystal Palace против Manchester United. Если вы хотите поднять баблица, вы можете это сделать по закрепленному комментарию или же перейдя по моему QR-коду. Ну и также, если вам нужны монеты, ссылочка на мой сайт будет в описании. Ну что, ребята, я думаю, что уже глупо оттягивать неминуемое. Принимаю приглас Акула. Если даже я сегодня проигрываю, я буду не так сильно расстроен, если бы я проиграл там условному Герману, или Сани Фифа, или Мозу, или кто там у меня был в потенциальных соперниках, потому что это Акул. Я всей душой за Акула болею в Кубке Фиферов. Но при этом все, я не хочу проигрывать, блять, какие смешанные эмоции. Я просто, блять, в ахуе. Ну, статистика наших игр у вас на экранах. Я победил Акула всего лишь один раз в этой части Фифа. Что говорит, наверное, о многом. Он задротит в нее чаще. Он в Weekend League гамает, в отличие от меня. Но, так или иначе, это FIFA. Произойти может что угодно. 138. 138, ребята. Все. Пульс 138. Мы полетели, блядь. Лицо сразу зачесалось. Бля, микрофон подальше. Да не так быстро. Не так быстро, блядь! Ты чё, алё, Расслабься, нахуй. Третья минута. Ну нахуй! Происходит, бля, ребята, вы чё, блядь? Матч только начался, уже какой-то пиздюшатник, блядь, происходит. Пиздец, я в ахуе. Так, ладно, все. Ебать! Блядь, он меня решил зажать с первых секунд. Это что, блядь, агрессивная тактика или как эта хуйня называется? Блядь. Это пиздейшн, блядь! Не, начало просто невероятное. Это Акула, он меня прессит, давит, блядь. Я... пока просто в ахуе. Выноси. Анана, пожалуйста, не привези, хорош. Блять, почему на подхвате никого нет? Ван де Бик, похуй. Меня несколько раз поправляли в комментариях, но я читаю так, как вижу, и вижу, как читаю. Ну, короче, вы поняли. Так, Нереш. Или Нерес, не знаю, как правильно. Дальше. Тадич, с левой! Сука, хадреки, блять, ебаные хадреки, или как, хадреки, блять, короче, похуй. Надо было слева бить, нахуй ты ударил с правой, долбоеба кусок, блядь. Сердце ебошит, блядь, словно брекдауны, блядь, в пост-хардкоре. Дальше. Нереш! Блядь. Ну, такой себе удар был, соглашусь. Опа, перехват. Опа! Дальше! Хуярь! Сука, блядь, почему ты не хуяришь? Пиздец, такой момент проебал. Блядь, я не знаю, я перепасовываюсь тут. Вроде как подхожу к воротам, но как вывести своих нападающих, я вообще хуй знает. Блять, ну это что за прием? Бля, ебаный промас, что за прием? Бля! Это пизда. Как я проебался, это пиздец. Такой тупой гол, блядь, ребята. Вы просто не представляете, насколько сейчас это обидно пропускать. Блядь, что? Блядь, ну что это было, блядь, за... Блядь, ебаный фриз! Нервы просто на пределе, ребята. Хуй знает, что делать, как быть, блядь, в этой ситуации.
Охуеть, это что, блядь? Блядь, ну Дест, конечно, в этом матче пиздец как меня подводит. Это пизда. Это пизда, 2-0. Не знаю, что делать. Не знаю, что делать в этой ситуации. Бля, мне просто Дест привез, я, блядь, проебался в моменте. Все, пизда. Я был. Играем дальше. Играем дальше. Сдаваться ни в коем случае нельзя. Потому что это последний мой матч. 2-0. Надо играть дальше. Блядь, два таких необязательных гола пропустил, ребята. Это пиздец. Это просто пиздец. Не думал, что так все получится. Блядь, меня убили, но судья поебать. Просто поебать. Блядь, ну Мартинес, блядь, какой ты, блядь, бесполезный кусок дерьма. Охуеть. Как у него все проходит, я в аху. Бля, неужели это правда, блядь? 3-0 на 43-й минуте. Пиздец, у него просто все перехват. Я в ахуе просто, ребята. Первый тайм. 3 удара в створ, 3 гола. Пиздец. Не знаю, что говорить. Просто не знаю, блядь. Просто все настолько сейчас отвратительно выглядит в этом матче, что я, блядь, даже не знаю, как, блядь, дальше играть. Что? Что мне должно помочь в этом матче? Промас, блять, что за удар дебильнейший сейчас получился от Промаса? Блять, какой нахуй бендер, блять, ну пиздец! Ну подбеги к мячу, это пиздец, ребята, у меня чуваки просто не двигаются, блять, я не знаю, что происходит. Это просто какой-то тотальный кошмар, серьезно. Я, блять, не знаю, как так получилось, блять, так долго готовился к этому матчу и такие глупые голы пропустил, знаете, блять. Ни на классе, ни на чем, а просто вот, блядь, абсолютно ненужные голы какие-то я пропустил. Все, четвертый нет, Анан. Это пиздарики. Так, ну что, надо бежать вперед. Я уже не нервничаю, ребята, у меня уже какой-то некий тильт такой пошел. Ну! Так, 3-1. Сразу скипаем и идем дальше. Шансы есть, призрачные, но все же есть. Играем дальше. Блять, какой нахуй Паулиньо, блять, меня пиздит. Я в ахуе. Давай, лети. Да что ты стоишь? Так, 72-я, ребята, 72-я. Надо лететь, Блять, ребята, что с вами произошло в этом матче? Блять, надо было как-то подумать, блять, я не знаю. Ладно, похуй, играем дальше. Это пизда, бля, как долго он разворачивался, я в ахуе. Блять. Хаверц, ебаный Хаверц. Бля, ну все, Габелла. Нет, не Габелла. Еще живем. Ну, Тадич! Блять, что за удар? Что за удар? Пиздец, у Тадича просто удар не получился. Также, ребята, не забывайте про мой промокод Пандос, который даст вам уверенность на старте. Все, ребята, вот такую вот схему я выстраиваю. Максимально рискованно. Если какая-нибудь контратака атакует, то я отлетел. 86-я минута. Пытаюсь как-то подойти к воротам. Акул очень грамотно играет. Или я играю очень тупо, я уже не знаю, блять. У меня уже тильт какой-то, знаете. К сожалению, мои мечты о плей-офф медленно, наверное, улетучиваются. Акул заслужил, базару ноль. В этом матче он как минимум был лучше, чем я. Переиграл меня по всем параметрам практически. Сейчас можно забить какой-нибудь гол престижа, я не знаю. Нет. Все, конец, 3-1. Акул идет дальше. Обидно, досадно. Не показал я свою игру, которую мог, я считаю, показать. Во втором тайме просто ни одного момента не было у Акула. Ну, или, может, было что-то, но я забыл. Ну да, вот во втором тайме вообще моментов нет. Я как-то перенервничал, наверное. Не справился с эмоциями. Летел в атаку, паниковал. И в итоге получилось то, что получилось. 3-1. Опять же повторюсь, что это заслуженная победа Акула. Никаких претензий к нему не имею. Бомбить нет смысла. 6-1. Вот такая отстата против Акула в этой части FIFA. Сам виноват. Мало играл в FIFA, мало тренировался. Но в любом случае, как бы там ни было, я доволен тем, как я выступил в Кубке Фиферов. Ну и отдельное спасибо хочу высказать Сереге за то, что он организовал такой вот крутой движ под названием Кубок Фиферов. Надеюсь, в следующем году будет еще круче и постараюсь играть еще лучше. Буду тренироваться и максимально пытаться показать свой потенциал в 21-й FIFA. Все, с вами был я, PandaFX. На этом я прощаюсь с вами
На этом клубе фиферов. Следите за своими любимыми фиферами. Ну и, в общем-то, все. Всем спасибо. Пока. Бля, пиздец, я что-то перенервничал так вообще, бля. Бля, ты во втором тайме вообще ни разу к моим воротам, мне кажется, не подошел. Да, да, я, блядь, ну ты собрался, это видно было. Вначале я почувствовал, что ты, ну, нервничаешь. Да, я вначале вообще рассыпался, такой. Я такую хуйню первый гол пропустил, это пиздец, я поплыл, блядь, да, просто. Да, да. Пиздец. А потом ты собрался, потому что проигрывал и все, блядь. Ну, было поздно уже. Я уже поплыл. Ну, бля, у меня время шло, блядь, так медленно, пиздец, я 60 минут. А у меня, наоборот, летело, пиздец, со скоростью света, нахуй. Я, блядь, вроде вот только начал играть нормально, и все, бля, уже 90. Ну да, ты во втором тайме, пиздец, как хорошо играл, конечно. Я не успевал вообще ничего сделать. Да. Ну ладно, ГГ. Что ты сказал в конце ролика? А? Что в конце ролика сказал? Ну чё, ГГ, ты заслужил все. Ну, типа, я не хуй сосил, ничего. А ты чё? Ну, я там сказал, блядь, то, что... Бля, я как будто проебал матч, да, в конце. Я пытался там изи-катка сказать, но это, блядь, не получилось у меня, нахуй. Типа, бля, как будто я сам проебал. У меня все эмоции ушли, нахуй. Я просто, блядь, такой овощ сидел, нахуй. Не-не-не. Ладно. Все, давай, пошел монтировать.